полицейская убила пацана. Отпустят ее. Полицейский произвол и безнаказанность. А кто она тебе? Что ты так за нее бьешься? Она моя подзащитная. У него было оружие. Я должна была стрелять. Но в колледже ничего не нашли. Что думаете, у него ствол был? Прикиньте, он мог нас реально мочкануть. Может быть, кто-то из этих ребят и подобрал обрез. Так вы мне верите? Сука. Папа, ты реально достал меня уже? Ты что, решил на пацана все повесить?